Добрый день, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Как всегда, мы что-то с вами пробуем и дегустируем новенькое. Вот сегодня мы сели обедать. К сожалению, видите, упаковку уже, пока я ходила за лупой, чтобы, как всегда, мы с вами прочитали состав и изготовителя, уже дегустация началась без меня. Вот такая сметана. Делается в Липецкой области. Продукт недорогой. Давайте попробуем. Конечно, точно нам может с вами ответить только лаборатория, но вкусовые качества никто не отменял. На вид, видите, очень и очень приятно. И даже для 15% очень хорошая, можно сказать, даже слишком хорошая густота. Ну, давайте дегустировать. Вот приятная, все говорят, сметана. Всем понравилось. Все, видите, раньше меня начали. Не кислая. Вот дополняют, не кислая. Но она действительно в меру, я бы сказала, кислая. Она все-таки с кислинкой. Но сметана очень приятная. Еще раз говорю, конечно, все это... Может сказать качество только лаборатория, но продукт, ну, честно говоря, мне понравилось. Вы знаете, что сметаны и молочных продуктов я пробую очень и очень много. И частных фермеров, и крупных фермеров, и, как это сказать, госпредприятий там, и так далее. В общем, неплохая сметанка. Так что, если вы стоите перед выбором в магазине, какую недорогую сметану вам купить, вот такой продукт.